И серьезно говорю, тебе можно выпасть Dragon Lore. На самом деле здесь я все скины вывел. 2500 рублей, ребят, специально для вас. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. Ты, наверное, задавался вопросом, как получить скины в CSGO. Серега знает на это ответ, поэтому с тебя. Лайкусик, подписочка, колокольчик. Начинаем. Там дальше. Много халявы. Ну а перед началом давай подведем итоги вот на вот этот вот SSG. Я считаю, годная дема. Все, что нужно было делать, это писать комментарии на прошлый ролик. Вставляем, нажимаем Get Comments, тут где-то около моего уха. Видишь, вон там идет 400, 500, 700. Сейчас дойдут до конца все комментарии, которые, ну, прогрузятся все комментарии. Теперь нажимаем кнопочку старт, и победителем у нас становится... Кто же? И Winner Awemi. Хочу скаут. Нажимаем на него, смотрим. И, Awemi, дружище, я тебя поздравляю. Все, что тебе нужно будет сделать, это просто написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. И все, я тебе этот SSG переведу. А для тебя я подготовил вот это вот SSG. С голографической наклейкой. Царская тема, согласись. Все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк и написать любой комментарий, который ты захочешь. Просто, чем больше комментариев, тем больше вероятность, что ты выиграешь. В среду подведем итоги на новом видосе. Ну а первый на очереди у нас сайт CSGO Империя. Сайтик годный, старый, работает до сих пор, вот вывод, просто все потрясающе. Я расскажу, как использовать мой промокод на этом сайте и поднять баблишко. Все, что нужно сделать, зарегистрироваться на сайте, ничего сложного в этом нет, там нажимать кнопку «Просто присоединиться». После чего нажимаете «Free Case», видишь, такой подарочек. Дальше тебе надо нажать «Open Case», после чего ввести код Сайбербанана, то есть название моего канала, сюда и подтвердить. После чего тебе дается один ключик, и этот ключик просто крутишь. И тебе может выпасть. Я серьезно говорю, тебе можно выпасть Dragon Lore. Либо М-ка, ну, либо африканская сетка, неважно. Но, дружище, ты просто можешь на халяву поднять бабло. После того, когда ты выбьешь какой-то скин из этого кейса, просто закрываешь, и вот тут монетки прибавляются. Если нет, просто нажимаешь F5, и монетки появились. Дальше что? Есть три выбора игры. Это рулетка, матчи, ну, ставки на спорт, да? Ставки на спорт! Либо коинфлип. И, в общем, я люблю больше всего рулетку. Ставим макс, примерно ставим на черное, к примеру. Просто показать вам. У меня есть всего лишь 12 центов, ну, сорян, пацаны, я недавно все подслил. Посмотрим, что будет. Я уверен, что сейчас будет черное. Нет, не будет черное вообще, короче, походу мы слили в итоге все бабки. Но я уверен, что, дружище, у тебя это получится, понял? Промокодик там в описании, все найдешь. Поехали смотреть следующий сайт, а тут вывести, вот есть кнопочка вывод, там спокойненько выведешь потом свои денежки. Погнали. Ну а второй сайт CSGO Polygon. Наверное, тоже о нем слышали, но скажу так, его заблокировали в нашей стране. Но они сделали через csgopolygon.gg, специально для русских и вроде турков, если мне память не изменяет. Здесь, чтобы получить от меня халяву, тебе нужно нажать «Активировать код» и сюда ввести слово «Сайбербанана», тоже название моего канала, также большими буквами. После чего тебе придет от 100 монет до 1000 монет, в зависимости от того, какой у тебя левел в стиме. После чего ты просто здесь ставишь ставочки, правда, здесь тоже чуть-чуть подслил. Да не, на самом деле здесь я все скины вывел, которые мне нужно было. Итак, поставили 141 монетку, это примерно 10 центов. И слушай, смотри, нет, опять пролетаем. Напоминаю, свои денежки не води, береги в кошелечке у себя. И если вдруг ты хочешь просто отдохнуть и расслабиться, ну тогда, дружище, это дело твое. Но я предупредил. Поехали к третьему сайту. А третий сайт — это sdtv.gg. Это новый сайт, это сайт моего друга. Ребят, специально вам выбил 500 активаций по 50 монет. Здесь помимо того, что рулеточка есть, также есть турниры, где можно играть как 1 на 1, как 2 на 2, как 5 на 5 и получать за это монеты. Эти монеты также потом можно вывести. Я считаю, это очень годный продукт. Я надеюсь, что у Димона все получится. Ну и давайте просто испытаем удачу. У меня пока есть 0 монет и расскажу, как активировать промокод. Заходишь в профиль, ну сначала регистрируешься, естественно. Дальше чего? Ввести промокод. Здесь вводишь промокод, вот такой вот, в описании также найдешь, просто скопируешь. И нажимаешь «Применить». И бонус зачислен. Обновляем страничку, испытать удачу, и у нас 50 монет. Напоминаю, 10 монет — это 1 рубль, то есть, прикинь, 500 активаций на 50 монет. Это 2500 рублей, ребят, специально для вас. Итак, ребят, я поставил 50 монет на черное, давайте поверим в себя, поверим в удачу. Третий сайт подряд меня сливает. Ничего, нормально. Главное вам донести эту информацию, чтобы вы использовали эту халяву и постарались вывести себе скины. Все, ребят, погнали дальше к четвертому сайту. Ну а это всем известный VTF Skins, ребят. Также заходите на сайт, после чего нажимаете «Бесплатно». Дальше вводите
код, нажимаете «Подтвердить». И все, от меня получаете 25 центов, ну это нормальные денежки. После чего просто идете либо в крэш, либо в рулетку, либо джекпот. Я предлагаю рулетку, это самая царская тема. У меня есть также 14 центов. Ребят, напоминаю, практически все сайтов либо я слил, либо я вывел. Сейчас видите сами, что бабок практически нет. Но я для вас стараюсь, не для себя. И, кстати, вот этот вот скинчик-то. Не забывай, комментарии, лайкусик, подписочка. Ну ты понял, хочешь халяву? Давай, дерзай. Итак, я поставил 15 центов на черное. И надеюсь, что сейчас черное выйдет, потому что 3 раза подряд я проиграл. И наконец-то, ребят, первая победа. Отлично. И вот этот скинчик я могу вывести. Неплохо, я считаю, достойно. Погнали теперь к последнему, к пятому сайту. Вот он, самый годный сайт, который оставил под самый конец. CSGO 500, ребят, больше всего скинов я вывел именно отсюда. Мне кажется, это самый честный сайт, который только может быть. Заходите сюда, сначала зарегистрируйтесь, после чего нажимаете награды и вводите вот сюда, большими буквами, вот этот вот реферальный код. А именно CyberBanana, также название моего канала. И ты получаешь, внимание, $1 себе на счет. После чего наигрываешь, хочешь колесо фортуны крути, хочешь дуэли, хочешь краш, хочешь матчбейтинг, ну я имею в виду это ставки на спорт. Делай все, что угодно, после чего нажимаешь виндрау и выводишь так, как тебе угодно. Хочешь, даже на биткоин выводи. Вон, смотри, здесь люди просто скупают все. Я считаю, это просто пушка, просто сок. Ну вот, рассказал тебе о 5 сайтах. Я считаю, что они очень достойны, и ты на каждом сайте можешь хоть что-то себе кусочек какого-нибудь пирога урвать. С тобой был Серега, CyberBanana. Давай пока-пока. Напиши обязательно в комментариях, какой сайт больше всего тебе нравится и на каком сайте ты что поднимал. Мне будет дико интересно. Ну и плюс не забывай, вот этот розыгрыш, халява для тебя. Все условия ты уже знаешь. И смотри, кстати, вот это годное видео. Давай, пока-пока, а тебе туда.